На этой неделе глава района с большим удовольствием принял в своем кабинете нашего земляка из села Натырбово отважного военного Павла Казачкова. Павел Александрович был участником специальной военной операции в отряде «Барс-4». По поручению главы республики Мурата Кумпилова руководитель района вручил почетную медаль к столетию государственности Адыгеи. Александр Александрович, ну, по поручению главы республики хотел бы вам вручить награду к столетию образование Республики Адыгея, подписано лично главой. Здоровья, благополучия вам, мальчику, вашей семье. Поздравляю с этой наградой. Также подарок от руководителя района получил сын Павла, который сопровождал своего отца. Заур Хамирзов поинтересовался учебой подростка и пожелал ему дальнейших успехов. В ходе встречи обсудили условия службы, задачи взвода, а также бытовые условия. С самого начала своего прибытия на передовую Павел узнал на собственном опыте, как наши солдаты защищают суверенитет России. За время службы он проявил себя как отважный, ответственный и решительный воин. Его подвиги и выдающиеся поступки были высоко оценены командиром отряда добровольцев. Заур Хамирзов пожелал Павлу, который вскоре снова отправится на службу, вернуться домой с победой, а главное – живым и невредимым.